картиной галереи имени Сергея Горшина представлены более 450 произведений живописи. Среди них работа Айвазовского, Саврасова, Поленова, Левитана и многих других. На полотнах портреты, панорамы, но особое место в творчестве каждого мастера по праву принадлежит пейзажам. То есть вот эти горы, которые сегодня кажутся такими смирными и нежными, это вообще-то вулкан. Речь идет о крымских Ай-Петре. Вдохновленные творением природы на полуострове, художники многократно изображали их в своих этюдах и зарисовках. Об истории побережья Черного моря гостям галереи рассказали на экскурсии, посвященной годовщине присоединения Крыма. Очень многие художники так или иначе бывали в Крыму и писали пейзажи этого замечательного, красивейшего места на земле. И в нашем собрании, безусловно, представлены картины художников, которые и были в Крыму, которые изображали Крым. И в нашем собрании, в нашей экспозиции вы можете их увидеть. Экскурсия, вдохновленная Крымом, начала работу и, по словам сотрудников картинной галереи, отныне будет постоянной. Желающих ознакомиться с ней оказалось слишком много, так что ограничивать временем любознательных зрителей не будут. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.